Эксперты Общероссийского народного фронта на основе данных Росстата пришли к выводу, что план по повышению заработной платы медработников в 2016 году не выполнен. Забайкалье отстает сразу по трем категориям – врачи, средний и младший персонал. Напомним, в 2018 году уровень зарплат врачей должен составить 200% от средней по краю. По дорожной карте, утвержденной нам, у нас средняя зарплата врачей составляет 43 тысячи рублей. В принципе, на данный момент мы выдерживаем эти показатели. То есть мы соблюдаем все указы президента. А Татьяна Супрунова из Оловянинской ЦРБ и вовсе наотрез отказалась отвечать на вопрос о зарплате. Без согласования с Минздравом говорить о таких вещах, видимо, нельзя. Конечно, у нас есть некоторые трудности, которые нам приходится преодолевать, но с помощью наших наставников, советников в лице Министерства здравоохранения, я думаю, мы со всеми трудными задачами справимся. Наталья Аршинская, Максим Лобачев, ЗАП ТВ.